воспоминание 29 октября 2011 года. The piece is called Erinnerung auf Deutsch heißt das Stück. Das ist 29. Oktober 2011. Es gibt aber noch keine Übersetzung. Also auf Russisch. Она похожа на книгу. В прямую спину сходятся руки, развороты страниц. Черный кожаный плащ, плохая обложка. Она похожа на книгу, когда подходит и в воздухе вырастают большие буквы. Между нами. Так говорят, когда говорят по секрету. Между нами большие буквы. Их много. Много так, что всем видно за несколько улиц. Буквенный водоворот. Над нашими головами голуби не летят. Под нашими ногами все хлебные крошки, окурки, жвачки, примерзшие прошлой осенью полупакеты, все это вместе отрывается от земли и расходится по дуге. Прохожий говорит: ветреная погода. Продавец прячет столы под крышу. Мальчик с газетами, обернувшись тонкой через плечо, поднимает голову к небу и зовет издателя. Он кричит: на запад, в направлении к западу, в ожидании запада. На север, через северо-запад. На западном фронте была издана, взвешена, брошена в океан тонна тонких газет. Но газеты не тонут, кричит мальчик. Буквы отделяются от бумаги, всплывают. Буквы сцепляются и протягиваются через два континента. Она похожа на книгу, когда выставляет навстречу к ним руки, ловит мосто, бросает мне. Бросает его мне, рассказывает историю.